1-го года рождения, управляя автобусом МАН, допустил наезд на препятствие из-за того, что не справился с управлением. По предварительным данным, в данном дорожно-транспортном происшествии пострадали 15 пассажиров, в том числе сам водитель. Несовершеннолетних среди пострадавших нет. В настоящее время на месте работают сотрудники госавтоинспекции города Саратова. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Что делать? Ну, я могу, но я сейчас на дорожном. Мы вот на этом вот, на дорожном, который золотом. Ну, тут автобус, шестерка заехал. Давай.